рамках 10-го юбилейного форума СУП у нас произошла защита проектов. Все проекты были подготовлены на инвестиционном акселераторе. Ребята проходили порядка 2,5 месяцев, то есть в неделю они занимались по 3 раза. У них была очень насыщенная программа. Это им позволило очень хорошо подготовить свои проекты и выступить сегодня перед экспертами, перед инвесторами и получить очень, очень хорошую обратную связь и улучшить свои проекты. Инвестиционный акселератор стоит пойти любому предпринимателю, как начинающему, так и действующему. Это как раз-таки поможет понять основные ваши сильные стороны и также получить обратную связь по слабым, чтобы улучшить свои показатели.